Всем добрый день из Петербурга. Сейчас мы немного прогуляемся по городу и будем собираться обратно домой. Здесь скорее, как всегда, двор-колодец. Давайте посмотрим. Ну, вот так в основном выглядят все дворы в центре Петербурга. Я хочу отметить, что в центре, конечно, очень грязно, очень грязно. Не убираются мусорки. Ну, в общем, печально все, печально. Еще немного мусора. Центр города. Матрасы, одеяла. Елки валяются. Такое ощущение, что люди берут и прям с окна елки выкидывают. Не знаю, я или раньше не обращала внимания, что так грязно, или в этом году на самом деле какой-то ужас в городе происходит. Ну вот, прям... Ну, больше не буду вам мусор показывать. Давайте смотреть красоты Питера. Мусора и так много, как вы уже поняли. Не будем огорчаться. Здесь очень много места, где погулять. За это я и люблю Петербург, что можно выйти и долго бродить, ходить и наслаждаться архитектурой. Сегодня я уже улетаю домой ночью. Сегодня очень холодно еще, у нас минус 7 градусов. И очень сильный ветер. Поэтому я сейчас решила прогуляться, зайти где-нибудь пообедать. И буду собираться домой. Сегодня.
Сейчас спустимся с вами к реке. Она, конечно, еще замерзшая, но кое-где уже подтаивает.